Советско-финской войны, которая проводила роль ООН. Наша организация занимается реконструкцией данных событий уже много лет подряд. И данная территория была выбрана не случайно. Здесь земля полита кровью наших солдат, правда, во Второй войне. И совсем недалеко отсюда происходили события и Советско-финской войны. Сегодня зрители и гости смогли увидеть, и жители поселения смогли увидеть экипировку, вооружение наших солдат и противоборствующей армии финской. Также смогли увидеть уникальные, восстановленные нашими энтузиастами образцы техники, такие как БА-3М, БА-20М, пушку советскую. Вот это мероприятие проводится здесь впервые, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Особую благодарность от лица организации, ну, я думаю, что и всех жителей, хотелось бы выразить главе поселения Сидоренко Владимиру Викторовичу за то, что он был заинтересован, помогал согласовывать и, собственно говоря, организовал все это действие от начала и до конца.